Всем привет, друзья! У нас, собственно, с вами, как всегда, Fortnite. Как всегда, я Влад Широков. Подписывайтесь, ставьте лайк, вам приятного просмотра. Играем с подписчиком один на один. Ник у него балдежник Гуф. Играем 6 файтов, 6 раундов, если вы хотите тоже поиграть вместе со мной. Я всегда рад. Это абсолютно бесплатно. Можете писать ник вниз под этот ролик. Или просто добавляться в Эпик, YouTube Широков, писать на стримах. Всегда рад с вами поиграть. Приятного просмотра, готовьте чаек. Подписывайтесь на соцсети, все медиа под этим стримом, ой, под этим видеороликом, если что, вот они есть. Discord, Twitch, где баллы канала, да, за которые вы можете получить скины, кирки, эмоции. Много ништяков, плюс еще игру со мной без очереди. То есть прям много бонусов. Также YouTube. Подписывайтесь, буду рад всех вас видеть. Так, погнали, запускаем игру. Один на один. Балдежник Гуф у нас. Ник. Интересный ник у тебя. Так, интересненько. Погнали. Не знаю, у тебя что, не готов? Нажми готов, балдежник Гуф. Что у тебя лагает? А, перезайду, у тебя баг. Можно я в курт? А, у тебя баг. Походу баг у парня. Правильно понял? Так, ну что, выберем другого? Выберем другого тогда. Да, у него баг. Там. Так, Максим. GG. Мы, по-моему, с тобой, Максим, GG, мы с тобой играли или нет? Минут. А. Не помню, играли или нет. Так, подождать пару минут. Окей. Давай подождем. Давай подождем, слушай. С радостью. Я перезайду, можно. А, перезайдешь? В лобби? Сколько ждать? Пару секунд? Давай. Давай. Ребят, подписывайтесь на Twitch. Twitch указан, собственно, в закрепе. Буду рад вас видеть на Твиче. Перезайду, можно. Ролик. Папин. Всем привет, ребят. Вебка, а что с ним не так? Ой, мне залагало. А, нет, все работает. Я уже думал, залагало. У меня простая вебка, я собираю на вебку. Заказал. Так, ребяточки, тут он долго, да, не заходит, кто хочет. Ник, наверное, нецензурный. Так, Максим GG, не знаю, играли с тобой или нет. Давай сыграем Максим GG. Давай, парень что-то у него лагает. Погнали. Максим GG, ты попадешь в ролик. Собственно, а тогда уже следующий видос будет. Другим подписчикам. Что-то лагает, не может зайти. Надеюсь, у тебя не будет лагать. Так, погнали. Так. Да, что-то лагало. 6 раундов играем. У нас Максим GG с плойки. Так. Погнали. Вы все сможете со мной поиграть. Пишите под этим видео, собственно. А так, за любой донат, скин без очереди прям, как всегда. Скин, кирка, эмоция, либо там символический донат. Можно без очереди. Ну и, конечно, баллы канала. Так, вроде у него запускает. Да, у него сразу запускает. Я вот не помню, играл я с ним или нет. Что-то вроде знакомый ник. Надеюсь, что я не играл. Ну, если что, что сделать, значит, ему дико повезло подряд. Вот, честно, не помню, был он или нет. Погнали. Ой, я что-то взял его, зачем-то это. Он мне не нужен, руки скину. Погнали играть 6 каток. А, я с ним играл. Но ему повезло, походу. Странно. А я думаю, что ник знакомый. Ну ладно, уже если запустили.
У тебя лагало просто очень сильно. Давай следующий ты. У тебя что-то лагало. Ждал, ждал тебя. Уже не ждать, смысла. Посмотрим. Тем более, этот контент уже на другой канал, так что... Думаю, будет уместно. Посмотрим. Он с плойки играет. Посмотрим, кто выйдет. Не, не вопрос. Да, я думаю, еще вот такой щит, как будто играл. Но это же вот... Ой-ой-ой. Погнали, бро. Привет, а что-то дефолт на скина? Да, я не знаю, что-то захотелось. Как-то он прикольный. Захотелось. Новых скинов нет в баксах взять. Хочется новые скины. Как бы... Думаю, я вам поставлю пока. Они немножко поднадоели. Поставлю дефолт. Поиграю за дефолт. Как-то на кураже, как-то и люди так... Ну, и сразу воспринимают поприкольнее, как бы. Ближе, так сказать. Народ. Дефолтный скин, типа, не этот. Не выпендрежник. Играет со всеми еще. Ну, приятнее, я так заметил. Не знаю, может, я просто придумал это. Вот, решил дефолт поставить. Где ты, бро? Ты там прячешься. 5 часов. Нормально так. Понял. Понял. Я не знаю, честно, до скольки буду. Ну, все зависит от чата, если у них будет желание поиграть. Буду снимать ролики, играть, кайфовать. Я люблю один на один играть, так что заходите. Ой-ой-ой, ты что так разошелся-то? Молодец, слушайте, я ему не поддаюсь, он молодец. Где-то, ну, я что-то... Так, надо сосредоточиться. Научись, что он играет с плойки, неплохо. В принципе, неплохо, вполне. Молодец, парень. Мне вообще приятно играть с подписчиками. Я кайфую один на один, просто имба для меня. Я понимаю, что мой уровень пока не сильно высок. Можете не хейтить. Но я делаю это от души. Я думаю, это... О, 3-2, погнали. Так, 3-2. Погнали. Сейчас скилл будет... На открыто. Не строюсь. Ой-ой-ой, смотри, что делать. 3-3. А, ничья. Давайте дополнительный раунд понять, кто же сильнее. Я или подписчик посмотрим. У кого, да? Он играет с плойки. С плойки он уже подпич меня играет. Это факт. Устроился в боксе. Боится, видно. Вниз ушел. Хорош. Я выиграл. Как-то так. Имба. Папа. Ну ты молодец, все равно был здорово. Так, было круто, прикольно. Спасибо за игру. Увидимся. Так.